Всем привет, с вами Руслан, и это канал Само То. Сегодня у нас такой интересный напиток. Я его достаточно давно уже видел, по-моему, с лета он на белорусском рынке. Это напиток «Ведьма» от Крыницы, насколько я помню. Да, от Крыницы. Низкое содержание сахара, натуральное брожение, без красителей, натуральные ингредиенты. То есть звучит очень интересно. И в составе тут, конечно же, вода, сахар, натуральный ароматизатор. Откуда берется алкогольная часть в 4,5%, здесь, к сожалению, не написано. Кстати, так, для интереса, сколько здесь калорий? 30 калорий в 100 граммах. Ну, считайте, почти напиточек какой-нибудь полудиетический. Так что погнали! Очень интересно, все-таки я его пробовал, в основном, ну, когда он еще только запустился, и у меня одно было мнение, что нельзя пройти мимо этого напитка. Для тех, кто знает, какие видосы мне нравятся, могут понять, какое мнение о нем, об этом напитке у меня было. Я взял одно с манго. В принципе, из всех предлагаемых вариантов манго звучит самое вкусно. Я точно не помню, какие есть. Здесь обязательно сейчас появится картинка, какие еще есть. Просто они все, по сути, одинаковые. Я пробовал два разных, точно помню. Вот, и не сказал бы, что там есть какие-то сильные различия, но давайте мы перейдем к обсуждению. Дальше буду добавлять, если ничего не поменялось, свои те предыдущие ощущения. Цвет такого разбавленного шампанского, газиков почти нету. Ну, пены, понятно, тут тоже особо не будет. Кстати, как они его называют? Напиток слабоалкогольный, натуральный, газированный, пастеризованный. Hard Seltzer Ведьма. Ну, выглядит, конечно, это достаточно презентабельно, интересно. И идея сама, она достаточно интересная. И если ее реализовать действительно офигенно, это будет, конечно, плюс. Ну, давайте пробовать. Запах такого манго есть. Здесь есть запах манго, это 100%, но при этом есть какой-то такой, ну, здесь даже я бы не сказал бы, что есть какой-то еще другой запах. Здесь такого манго искусственного, то есть юпи-образного, если это, конечно, можно так назвать. То есть вообще не натуральный. Давайте пробовать. Вот сейчас будет такая аналогия для детей, родившихся в 90-х. Я думаю, что многие помнят с этого возраста баллоны газированные, в которые покупаешь баллон, вставляешь свою эту пусковой механизм, и оттуда наливается такая газированная вода. Вот здесь один в один, с таким небольшим, очень таким минимальным привкусом манго. Он настолько маленький, что, ну, как бы, я бы не сказал бы вообще, что это вода с манго. Вот если вы, в принципе, знаете и живете в Беларуси, и вам попадалась аквадорида фруктовая, там вкуса намного больше, хотя, по сути, там вода, обычная вода, просто с небольшим ароматизатором. Здесь этого ароматизатора вообще, по сути, не чувствуется. Ой. Аж не туда пошло. Не знаю, вообще, в принципе, знаете, вот какие ассоциации возникают? Алкоголь для людей, которые либо сильно парятся по весу, либо любят все диетическое. Но даже, мне кажется, они, если попробуют этот напиток, они немножечко так офигеют, если честно. Потому что, ну, по сути, здесь нет никакого вкуса вообще. В принципе, это просто вода такая, немножечко газированная, с таким легким вкусом манго. Я бы не сказал, что здесь есть что-то такого отталкивающего, но это алкогольный напиток.
которым ты хочешь, наверное, насладиться, раз ты берешь его со вкуса манго. Ну, то есть ты берешь не водку обычную, а водку с манго. То есть явно ты ее берешь с какой-то целью. А здесь я даже не знаю такого напитка, которое можно придумать, такое газированное, похожее вообще на воду, ну, кроме галимого пива какого-нибудь. То есть я вообще, в принципе, не знаю, что об этом говорить. Слава богу, что в обзорах напитков мы все-таки не даем свои оценки, но я думаю, что вы все, в принципе, понимаете. Здесь все ясно, здесь вообще нету никакого вкуса, то есть, ну блин, не знаю вообще, за что здесь зацепиться. Просто если у тебя отбило обаяние, осязание, все отбило коронавирусом, и ты понимаешь, что тебе без разницы, что пить, тебе главное, чтобы был алкоголь, то тогда берешь его. Это, ну да, это вариант. Ты и так не почувствуешь вкуса, поэтому тебе без разницы, что пить. Честно, я не очень ориентируюсь, сколько оно стоит, потому что оно, мне кажется, вот в тех магазинах, которые я бываю, постоянно на акции, и стоит так, ну, достаточно дешево. Ну и, в принципе, не в каждом магазине оно есть. Но это, наверное, один из тех немногих напитков, которые я, в принципе, не советую. Не знаю, здесь вообще, в принципе, для меня зацепиться вообще не за что. Ах, невкусняшка. Так что, все, я думаю, понятно. Так что подписывайтесь на канал обязательно, если хотите помочь. Ссылочка в описании. Ну и, конечно же, всем пока. И это самое то. Лайк. Колокольчик, подписка, если не подписаны, обязательно.